Так, моту сидуху пока отложил. Вот приехал BMW. У него тут поролон прям очень сильно уставший. Тут вот вон какая складка появилась. Получается сантиметра 3. Вообще жесть просто. Сейчас сделаем. Вот, чтобы снять сиденье на BMW, можно аккумулятор, кстати, не отсоединять. Но тут есть один момент, у него электропривод. А, нет, у него не электропривод. Че туплю? Короче, ждем, пока потухнет вон та лампочка. Это значит, что машина уснула. Но дверь нельзя будет открывать. И электроприводами нельзя будет пользоваться, иначе она проснется. И вот когда она уснет, можно отсоединять провода и, соответственно, ошибок не покажет. А вот эту пластмасску, чтобы снять, тут не надо ничего ломать. Здесь вот, здесь вот такая защелочка, ее надо вот так раз туда нажать. Блин, одной рукой тяжело, и все. И вытаскиваем аккуратно. Ну и болтики здесь откручиваем, и все. Кстати, вот в BMW здесь ремень вот так вот сделан, чтобы его снять. Нужно вот эту штуку открутить. Вот эту вот так тяните на себя. Она как бы освобождает. Откручиваешь. Вытаскиваешь, и там штекер, и отсоединяешь. Можно сиденье вытащить туда, на улицу, из машины, и там это все проделать, это будет удобнее. BMW есть тут такой прикол, короче. Блин, забыл, как эта херня называется у них. Вот она. Бывает две их, бывает одна. Типа ты нажимаешь там, а вот их даже тут две, да. Они на суперклей приклеены, ну их отверточка вот так, даже можно вон без отверточки. И обратно также клеишь. И все. Пластик снимается легко, сзади уже отщелкнули изначально, когда снимали ремень. Здесь спереди один саморез, это на себя выдергивается, это оставляется. И вот эти две штуки вот здесь. И здесь их отверткой так поддеваешь и снимаешь. И здесь тоже отщелкивается. Отщелкиваешь штекер, и все, пластик снят. Очень просто. Ну а дальше, чтобы обшивку снять. Вот они любят такие штуки. Клепка надо высверлить. Здесь надо высверлить, чтобы вот эту конструкцию отсоединить, чтобы возможность была обшивку сиденья снять. Здесь так. И вот. Ну и потом, соответственно, мы все обратно также на клепки посадим. Дальше тут, короче, надо вот эту штуку отсоединить. Тросик. Поднимаем здесь болтик. Вот, разобрал. Что мы тут видим? Поролон просто порвался и провалился. Каркас. Короче, я думаю, этот низ извлечь отсюда, из каркаса, и посмотреть, что там. В общем, чтобы в следующий раз так не произошло, как было, я усиливаю кожзам на микрофибре автомобильном. То есть я его приклеил к низу, и вот эта часть уже поднялась оттуда. И сейчас сюда вклею поролон, и потом сделаю форму. И это все будет очень хорошо держаться. Вот что получается, когда долго ездишь со складками. Боковуху восстановил, но кожа все равно не натягивается так, потому что долго была в складках, приняла форму. Вот. Сейчас я попробую это исправить. Вот такая боковина получилась. Отличная. Вот
собираю уже. Клепочки на месте уже стоят у нас. Ну и вот результат. Боковуха восстановлена. Ну вот видели, какие тут были складки. Да, вот это уже не убрать. Тут протертость. Ну, долго ездил так. Но в целом, в сравнении с тем, что было, теперь очень хорошо.